Всем привет! Это видео специально для любителей Ахёрба, для таких же сумасшедших любителей, как я. А я стала сумасшедшим любителем Ахёрба, мне там все нравится, я очень многие вещи хочу и очень о многих вещах мечтаю. И приступим к дальнейшим нашим действиям. Нашумевшая манга, мне кажется, ну просто равнодушных людей нет, которые бы не хотели бы попробовать это манго и не ели его. Вообще, вяленая манго, ну что может быть божественней и лучше? Натуральная, вяленая манго. Это моя мечта, которую я наконец-таки осуществила. Дальше, вот в таких пробниках были рисовые отруби. Отруби я, в принципе, люблю и периодически их употребляю. Ну, такие наши отечественные, вот фирмы Убикор, да. Но я думаю, что это посерьезнее продукт и поинтереснее, судя по отзывам и по применению этих отрубей. Я вот тоже решила попробовать, потому что люблю такие вещи. Милые всеми любимые чупа-чупсы натуральные. Ребенок просто сегодня визжал. Наконец-таки он тоже теперь не только пьет какие-то капсулы и какие-то растворы, но еще и ест сладенькое. Их так много, все они разные. Ну просто, мне кажется, любой ребенок, даже мой 14-летний малыш, и то был в полном восторге. Хотя я еще сама не пробовала, но думаю, что сама тоже иногда буду присоединяться к этим действиям. Я решила тоже попробовать пасту, тем более я взяла, наконец-таки отважилась, щетку. Вот эту вот, которая супер очищает зубы. И супер создает чистоту во рту, о чем я, в принципе, мечтаю, потому что ну, когда уже идешь в магазин или в аптеку, в местную, и стоишь перед таким огромным выбором, когда ты перепробовала все, уже, ну, дальше уже пути нет. Ты понимаешь, что уже, в принципе, ну, ничего из того, что вот здесь вот есть, оно уже не работает, и ты вообще ничего не хочешь уже покупать. И ты ищешь для себя какие-то новые возможные варианты. И вот для меня сейчас новый возможный вариант – это вот эта ионная щетка. Я хочу, чтобы она меня также радовала, как и всех остальных обладателей этой щетки. И поэтому к ней я купила вот эту пасту, которую люди, однажды тоже ее попробовав, постоянно ее берут, потому что им нравится, что она не пенится, потому что нравится, что она гелевая, потому что у нее такой вот вкус своеобразный, вот который, может быть, именно не хватает моему рту. А так как я человек вот вечно ищущий лучшего, то я вот поступила именно таким образом и тоже хочу во всем этом участвовать. Так, маска, угольная маска. Недавно пробовала, меня девушка угощала пробником маски от Marie Curie угольная. Она такой же цены, примерно 1400 рублей. И была поражена ее свойствами. Она была для проблемной кожи. У меня не проблемная кожа. Мало того, что мне 43 года, кожа у меня сухая, не проблемная, но мне нужно было просто попробовать эту маску, оценить и написать отзыв о ней. И я удивилась, что когда я ее попробовала, эту маску, да, мне казалось, что жира на моем лице нет вообще, что мое лицо такое сухое, грубо говоря, обезвоженное, что откуда там взяться жир. Но когда я намазала ее, и маска высохла, и вот во всей вот этой вот Т-зоне образовались вот эти вот жирные пятна на уровне всех пор, да, и когда я смыла вот эту с себя маску, эту угольную, да, я почувствовала, что у меня как будто бы снялся какой-то слой кожи, и у меня образовалась новая молодая кожа на лице. Вот вы не поверите, это вот до смешного. Вот как, оказывается, бывает так, что, грубо говоря, если бы я стояла в магазине, я бы никогда в жизни не купила бы себе маску для проблемной
жирной кожи, да, я бы там что-то выбрала по показаниям, увлажняющую там, смягчающую. Но для проблемной жирной кожи я точно бы никогда бы не выбрала маску. И волей случая я ее попробовала и была удивлена результатом. И поэтому, ну, мне не хотелось, конечно, Мэри Кей покупать. Я как бы не хочу быть обладателем их косметики. Я хочу покупать все на сайте iHerb, и я нашла на сайте iHerb именно вот эту маску. Она тоже такая же по всем вот этим вот показаниям и стоит таких же денег. Корейская косметика, которую все сейчас обожают и любят. И, в принципе, я думаю, что она также будет работать и будет нужна и мне, и моей дочери. Вот. Это Q10, всеми нами любимый, обожаемый. Это уже вторая баночка. Первая стоит у нас в холодильнике. Мы после завтрака с удовольствием принимаем по одной этой чудо-жевательной таблеточке. Q10 лецитин и витамин Е. Рекомендую всем. Это просто, ну, чудо, чудо-энергия. Так получается, что когда я после завтрака съедаю эту витаминку, во-первых, у меня создается прекрасное настроение, во-вторых, я чудесным образом не хочу есть до обеда, не хочу ни кофе, ни чая, ничего. Я бодра, молода, весела и готова жить и работать до обеда в таком ритме, который мне нужен, не используя ничего лишнего. Вот, поэтому, так как он нам очень понравился с дочерью, и была как раз-таки скидка, по-моему, 15 или 10% на Q10 именно всех вообще марок, и так как нам именно нравится в жевательной форме вот эта вот таблеточка, то я именно ее и заказала. Здесь 90 капсул, и по большому счету нам на полтора месяца одной баночки. И вот этот вот сейчас у нас как бы будет на запас. Еще пока будет закрытая. Вот такие вот заказала витамины с лютеином и зитоцином, не знаю, как правильно даже вам сказать. Это витамины для глаз. Прочитал, что мало того, что они жевательные, мне не хотелось бы, чтобы ребенок у меня поел. Самое главное про кокосовую манну. Говорят, что сложно очень остановиться, когда ты съедаешь ложечку, тебе хочется еще и еще и еще, потому что вещь необыкновенно вкусная. Так, вот такой бальзам. Это я тоже купила именно по совету людей, которые занимаются спортом. Да, тоже так часто бывает, что вот какие-то вещи, ну, чувствую, что вот именно эту область нужно разогреть. И именно для этого я купила вот эту вещь, потому что есть мази, которые с охлаждающим эффектом, да, есть там с обезболивающим, а есть такие травмы, которые хочется разогреть. И вот именно вот этот вот бальзам с арникой, вот именно пишут, что он так согревает, мягко согревает. Нет, то, что вот он там палит или жжет, вот особенно вот как наш какие-нибудь купишь там печные там, да, мази. Ребенок такой, в принципе, не в состоянии вытерпеть. А вот это, говорят, именно такое мягкое тепло, приятное и очень хорошо помогает. Очень много отзывов именно спортсменов я читала об этом. Так, ну, короче, что хочу сказать. Клево, когда, с одной стороны, мы ждали одну, потом другую посылку, пришлось побольше подождать, да? А получилось так, что получили две посылки сразу, и от этого, по-моему, еще больше радости. Еще остался у меня вот такой вот коллаген. Здесь пол-литра. Одну такую же бутылочку мы выпили. От нее мы были в полном восторге. С утра проснуться, подойти к холодильнику и глотнуть чудесный коллаген с гранатовым сиропом. Потом через полчаса позавтракать. Мне очень понравилось. И дочери тоже очень понравилось. Что самое главное, мы пропили всего лишь одну бутылку на двоих. И я сразу для себя увидела результат. Во-первых, ну я не знаю, может быть, это, конечно, еще плюсом и рыбий жир тут сыграл, да, свою роль. Я все-таки пью сейчас хороший рыбий жир с маслом примулы и витамин Е с лецитином и с Q10, как-то это все же для молодости. Но
пропив вот эти все добавки, которые я употребляю, да, вот в течение 1 месяца всего лишь, мало того, что у меня перестали болеть руки, у меня очень сильно болели руки с утра, я не могла прям вот ими шевелить. Это раз. Мало того, что кожа вся вот разгладилась, я себя целый день трогаю, ноги свои трогаю гладкие, руки, вот как, знаете, вот, ну, может быть, кому-то это не понять, но мне вот, например, 43 года, и вот это какое-то волшебство, вот, которое вот сейчас произошло, и это всего лишь 1 месяц применения, и я уже увидела столько положительных, именно положительных результатов на своем теле, что большое спасибо тебе, iHerb, и всем производителям, которые делают такие чудо-продукты, и всем девчонкам, которые покупают эти продукты, снимают видео, рассказывают нам об этих продуктах, рассказывают о себе, о жизни. Я довольна. Всем советую. Чудная вещь. Вот такие вот диски с гемомалисом. Тоже хотели попробовать как-то. Тоник и ватный диск это одно, а такие пропитанные диски у нас еще не было такого никогда в жизни. И вот тоже хотели попробовать именно для очищения. Кстати, говорят, что ими не обязательно пользоваться каждый день, потому что они таким прям, ну, как скраб, таким скрабирующим эффектом обладают, что достаточно, наверное, раза два в неделю будет использовать. Здесь 60 дисков, все они хорошо пропитанные. Тоже я попользуюсь и потом вам когда-нибудь о них расскажу. Ну, вот еще один вот такой комплекс. Это для глаз, это не жевательное, в отличие от этого. Это вещь такая посерьезней для взрослых. Скорее всего, мы ее подарим папе, потому что папа у нас тоже страдает от усталости глазиков. Здесь такой лютеин комплекс от фирмы Салгар. Если вы слышите, то там поет моя доченька, она готовится к празднованию 9 мая, разучивает песенки. А это, скорее всего, мы подарим папе, чтобы его глазки тоже немножечко успокоились, витаминизировались и почувствовали заботу о себе. Осталось у меня всего ничего. Вот такие вот милые приятности. Это консилер и хайлайтер от фирмы Эльф. Тоже хотелось попробовать. Это вот такие румяна персиковые. И вот такой иллюминайзер. Такие для меня новые слова. Вот. Все такое персиковое. Все такое красивое и как бы на моей сейчас обновленной кожице должно прекрасно все смотреться, но еще ничего не пробовала, потому что спешила все вам показать. Попробую и обязательно расскажу. Вот такая я сегодня счастливая, вот такая я сегодня довольная. Жду еще одну посылочку, которая придет на днях. Вот, не могу сдержаться, все хочу попробовать на себе, потому что мне там очень многие вещи нравятся. И всего этого желаю я вам. Наслаждайтесь, пробуйте, будьте здоровы, счастливы. Всех вас люблю. До встречи.